Агрыс Кушкенбай – студент Карагандинского политехнического колледжа. Юноша 5 лет играет в КВН и последние 2 года является капитаном команды «Оригинал». Его цель – завоевать главный трофей и прославиться на всю страну. В 1/8 мы показали самый лучший результат. Это вдохновило нас двигаться вперед. Уверена, что все получится. В команде «Оригинал» 5 человек. Шутки мы придумываем все вместе. В их основе лежат проблемы молодежи на этапе получения образования. Сегодня мы соревнуемся с хорошими друзьями, с которыми уже играли на одной сцене в Экибастузе и Нур-Султане. Кроме нас, Караганду представляет команда «Татимбет». В 1/4 финала игр «Жейдарман» выступили порядка 100 человек – 8 команд школьников и 10 команд студентов. В конкурсе юмористы представили свои визитные карточки. Под оценку жюри попали оригинальные названия, музыкальные номера и тематика шуток. В Темиртау собрались команды из разных городов области – Сарани, Сортировки и Караганды. Из 18 команд только 10 пройдут в полуфинал, а остальные, к сожалению, в этом сезоне больше участвовать не смогут. По решению жюри в полуфинал прошли 5 школьных и 5 студенческих команд. Следующая игра состоится в конце марта, также на сцене Темиртауского дворца культуры, где ребят проверят на способность к импровизации и выполнению заданий.